Планка у Бога такая высокая, славная высота. Святость — это понятие строгое, полная чистота. Быть на Иисуса во всем похожую мне же не по плечу. Как же мне браться за невозможное, ведь быть святой хочу. Как же мне сердце свое настраивать, как же себя смирять? Как в искушениях всех выстаивать, чтобы святою стать? Как, мой Господь, я взываю искренно, к планке тянусь рукой. Святость Твоя велика немыслима, любящий Ты, благой, праведный, истинный, верный, прощающий, чуткий ко всем сердцам, каждое слово свое исполняющий, милость дающий нам. Взгляд устремляю на планку Божию, славная высота, и все сильней быть хочу похожую на моего Христа. Но мой Господь показал мне высшее место на том кресте, где Он прибитый, на нем повисший, поднят был в высоте. Между землей и небом распятый, выше других он стал. Выше священников, выше Пилата, выше Фомы, Петра. Выше церквей и любой морали, выше всех добрых дел. Страшный тот крест над землей подняли, вот где святым удел. Хочешь ли ты быть еще святою? Нежно Иисус спросил. Да, я хочу быть как ты, такою. Господи, дай мне сил. Если мой дух святой и послушный впустишь ты в жизнь свою, в нем ты найдешь все, что сердцу нужно, волю поймешь мою. Дух мой заменит твои желания, мысли, дела, мечты. Лишь со смирением, лишь с послушанием сможешь достигнуть небесного звания, Божьей святой высоты. Аминь.